На время реконструкции Ивановского главпочтамта жители города не останутся без услуг связи. Масштабные ремонтные работы запланированы на второе полугодие 2013 года. Руководство Почты России уже определилось, куда переведут сотрудников головного предприятия на это время. Специалистов разместят в трех почтовых отделениях. На улице Красных Зорь будут принимать и выдавать заказную корреспонденцию. Обслуживать юридических лиц будут в здании на улице Бубнова. В отделении связи на Вельской планируется оказывать страховые услуги. Отделение связи будет функционировать в том же режиме, но правда будет, поскольку, сами знаете, штат очень большой, это головное предприятие, оно будет разделено на три объекта.